Все, начинается следующий выпуск. Тут этот водный дракон пилился. Иди сюда, дай пофигу на то, что у тебя нету ходов перемещения. Ты его знал? Любопытно. А как по-вашему сказать, ты его знаешь? Баба. И все? А как сказать, я тебя знаю? Баба. Ладно, а если мы их знаем, она нас знает, они его знают? Баба. Орки не любят местоимения. А ты чё такой образованный? Так, я хочу с ним подраться. С этим водяным драконом понеслась. А где мои кентавры, ёптить? Так, а он же не стрелок, правильно? Или он стрелок? А, типа стрелок, да, все-таки? Ну, мы его сейчас раздубасим. Хватит дымажить моих гарпий. Так, ну мы ему уже пол хп сняли. О, кровавая это 3, давай. Кого ты там вызвал, блин, мазафакер? Десять косарей сняли. Задолбала, просто задолбала эта вся хрень. Кусай его, говнаря этого. Убили водяного дракона. Ну, не такие уж и большие потери. Дракона-убийца. Боевые. Мокрое дело. О, слезацки. Вот это мазафака круто. Мне теперь срать на все ваши форты и прочую хрень. Новая цель. Поговорить с Элизабет. Так, я сейчас, пожалуй, оттпхаюсь сюда. В замок, потому как там у нас беда. 15 этих надо. Да сейчас я вам. Отлично. Слезу Асхи построили. А что она делает, помимо 5000 прирост? Все отряды получают умение ярость 2 уровня. Круто. С
С Элизабет надо поговорить. Так, ну, в принципе, в замок-то я в любом случае притепыхаюсь, в случае чего, да? Так что сейчас мы... Где этот говнарь... А, ну это он еще далеко. Вот этот близко уже. Ну, мне кажется, он за один ход не добежит. Но даже если добежит... Великая битва! Сандор хорош! Дал Акамасу повеселиться! Ты и впрямь хороший убийца, Шанье. Это полезное умение, но одного его мало. Прощайте и ты, и Краал. Сейчас убийство — главное ремесло Краала. Может, мы еще встретимся, когда мир станет безопаснее. Так а что он мне... И что? А, на корабль она села и уплыла? Плащ-оберег. Чё теперь мне сделать надо? Вот этих 40 нейтралов мне что ли надо убить? В этом вся суть. Задание. Я не думаю, что в этом. Так, ну хорошо, победа, замечательно. Теперь у меня смертельная угроза. Почему? Непонятно почему. Эту песенку никак я не пойму. Ой, 3000. Вообще трешак. А, так это вот этот Юн главный, да? Мне его надо было победить. Ну хорошо, победа. Дальше чё? Так дальше чё, мазафакер? Ай, пипец. С такими настроениями я слона не продам, как говорится. Ладно, это наги побежали валить нагов. Не, просто вот это вот на самом деле бесит уже, то что непонятно, что делать. Непонятно, как это делать. Мне уже эти все форты вообще фиолетовые. Тридцать один, 32. Стоп. 33. Дай, захватил и радуйся, блин, говна кусок. 39 этих ты сожрала, слышь, ты не прихерела? Сколько? Тридцать пять. Поражение. Ну, шикарно, блин. Просто вся армия улетела в очко нафиг. Пятьсот девятнадцать, а этих ты сколько убьешь? Ладно, 641 с одного удара. Замечательно. Эти ж тоже сволочи-лучницы, да, насколько я помню? Да. Просто вся армия накрылась медным тазом.
Так, эти не доходят, эти не доходят. Кенси доходят. На. От какого ж хрена ты прыжок сделал-то, а? Паскудина ты редкостная. Вот вы знаете, кто самый тупой человек на Земле? Это я. Это я. Да иди в срачельник столько стрелять! Да что это за дерьмище? Блин, я просто сраная обоссыш, а не миссия. Это просто... Блин, она настолько кончена. Это таким дегенератом надо быть, чтобы такую миссию придумать. Просто даун какой-то ее придумал. Просто даунский мразный пидрила. Да стукни ты его в ответку. Просто... Я не знаю, каким долбанавтом надо было быть, чтобы придумать вот такую конченую, сраную, паскудную миссию. Просто, блин. Да, максимальный уровень. Ой, какая же она даунская. Ладно, они же все равно сейчас ко мне побегут, правильно? Сколько мне... Вот как мне понять, чем... В чем конец этой миссии? В чем вообще... Все, блин, защищай и пипец. И сколько мне его защищать? Давай, рассчитай поражение, не победа. Вот эти битвы, ну это блин, какой-то трэш, ребята, я не знаю. Просто какой-то, блин, сраный трэш. Гоблины, блин, залезьте в башню. Из башни хренячьте жриц там всех этих. Ой, господи, как это тупо. Как это бесит. Ой, как здесь задолбало. Да задолбало. Наконец-то минусанули. Давай сюда.
Долго вы будете там пробивать стену мне. На, сучка. На, сучка. Так, ну теперь давайте. А может, надо было мне апгрейдить всех? Два из девяти. Сейчас они войдут. Те говнари. Ну, точнее, как не сейчас еще, но... Скоро войдут. Я не знаю, я не понимаю смысла этой сраной миссии, понимаете? Я не понимаю, в чем задача, что я должен сделать. Это какая-то тупорылая, мразотная хрень. Они тупо бегут бесконечно, да? Каждый раз они все сильнее и сильнее. И в чем прикол? Скажите мне, в чем прикол? Теперь поражение мне насчитали. А знаете почему? Потому что я не купил, по-моему, армию. Не, ну это просто конченая, тупорылая миссия. Вот самая конченая в героях, что была. Вот это вот... Вот про нее и пишут, и я присоединяюсь. Какой-то даун ее просто придумал, блин, сраный поп. Тупорылый олень. Просто я не могу назвать этого человека нормально. Это был тупорылый олень. Да идите в сраку! Блин, я не понимаю, в чем смысл этой миссии сраной. Что мне надо сделать? Кто-нибудь мне объяснит? Самая тупорылская, просто обоссанная миссия. Не убить никого, ни хрена ничего не сделать. Просто она меня выбешивает. Эти постоянно лезут, у них прирост армии больше, чем у меня. Просто нападают по 20 драконов за ход. Ну чё это за дегенератство? Я не понимаю, что надо сделать, объясните мне. Ачивку дали. Уничтожить армию в два раза сильнее вашей, защищаясь в ходе осады. Да это, блин, все. Кто-нибудь мне объяснит? Вот священная земля. Побочное задание. Я на него не обращал внимания. Может, мне вот это надо построить тупо?
Ой, сраная ты поеб... Просто дегенератство какое-то. Ну что это за бред? Вот, честное слово, это бредский бред. Мне еще эту говномиссию придется переигрывать. Вы вообще представляете, как это меня угнетает? Надо погуглить, как ее пройти. Я не знаю. Тупорылость, просто тупорылость. Надо с ними... Ну, короче, я понял. Надо нагам отдать сразу вот эти вот все их хатки. Пусть они ими владеют. Мне на них вообще по боку. По большому счету. Мне надо тупо захватить вот всех этих наших ветеранов, да? Может, надо сесть в корабль и уплыть? Но мне нельзя отдавать город. Ладно, я, короче, разберусь. Узнаю, что тут надо конкретно сделать. И потом уже начну заново эту миссию, пока сделаю себе перерыв. В общем, вам большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.